Гоп, стоп. Эй, Ванчик, говорят, ты местный следак. Ну вот, знаешь, что стройка за лесом? Ну... Я Ирой называешь. Женщина в шахту лифта свалилась. Слышал. Короче, на той стройке есть склад, но трупак тетки его охраняет. Пойдешь туда в полночь, найдешь он твой. Короче, если ты боишься, можешь идти дальше и читать свои поганые книжки. Искать будем.
Уходи. Зачем? Зачем вы так со мной? Знаете, на сегодня запись есть? Запись на месяц. А сегодня? Сегодня, вот уже в очередь у края. Не знаете, он за все дела берет? Конечно, это же всемирно известный детектив. У меня вот кот пропал. Думаете, что найдет? Я думаю, что найдет. Тогда я за вами. Хорошо. Алло? Да. Перезвоните позднее, я сейчас сильно занят. До свидания. Разрешите войти? Да, конечно, здравствуйте. Владимир Юрьевич, могу ли я присесть? Да, пожалуйста, проходите, просаживайтесь. Вы поможете мне, злодеев подвальных, выследить, узнать, кто это бесчинствует в подвале у нас. Вторую ночь в 12 часов все начинает выть. Грохотать, охать, ахать, стонать. Опять эта двойка. Какая двойка? Я говорю, будем искать. Спутали сложное дело, любую загадку решить. Умен, благороден и смел. Он преступник, пускай трепещит. Умен, благороден и смел. Он преступник, пускай трепещит.
изменит. Нужен сыщик городу.